Хочешь, чтобы твой торговый объект крепко стоял на фундаменте? Соблюдай правила. В округе продолжается борьба с незаконными постройками. Так, под принудительный демонтаж попал павильон на улице Урицкого. К самому магазину продуктов претензий нет, а вот пристройка к нему оказалась самостроем. Незаконной она признана по решению суда. Строение появилось на месте укрытия для пассажиров общественного транспорта. Возвели его с отклонениями от градостроительных норм, зафиксировано нарушение требований пожарной безопасности. Владельцам было дано время на добровольный демонтаж пристройки, но этим правом они не воспользовались. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.